Передвижной выставочный проект «Отражение» путешествует по России с 2019 года и вот, наконец, добрался до Видного. Здесь представлено около 80 работ 13 московских художников, в основном пейзажи и натюрморты. В районном историко-культурном центре прошло торжественное открытие экспозиции под названием «Отражение». Ее авторы – члены Содружества «Арт Эйдос», созданного в 2016 году преподавателями художественной школы. «Эйдос» – это термин античной философии, который обозначает образ. И, собственно говоря, именно это и объединяет художников. То есть мы все объединились на базе того, что образ для нас самое главное в искусстве – передача художественного образа. «Люди живут одной жизнью, одними идеями, друг другу учимся, друг другу что-то подсказываем, как-то вот подстегиваем. Вот. Это очень важно. Вот именно содружество – это очень важно». Арт-эйдовцы работают в различных стилистических манерах и техниках, тем не менее не отступают от традиций реалистической школы. Есть графика, есть масло, есть акварель, да, есть пастель. Абсолютно разные работы, но безумно интересные, яркие. В центре их внимания окружающая нас действительность, поданная сквозь призму восприятия конкретного автора. Воздушные пейзажи, воспевающие красоту природы и животного мира, соседствуют с картинами, где архитектура изображена с фотографической точностью. Рисуя заброшенную подмосковную усадьбу «Медная Власова», художник Александр Рац в мельчайших деталях передал даже надпись, оставленную неизвестными подростками. Я хотел показать вот это вот, с одной стороны, прекрасная природа, прекрасная архитектура, с другой стороны, вот это запустение, которое очень, конечно, нас всех, любящих архитектуру русскую и природу, очень огорчает иногда. Это ни в коем случае не назидание какое-то, так сказать, потомкам, а просто вот объективный взгляд на то, что я вижу. А художник Василиса Завалина видит прекрасное, казалось бы, в совершенно обыденных вещах, окружающих любого горожанина. Есть немного такая тенденция, что искусство стремится к такому идеальному миру. Но этот идеальный мир, его не так-то часто и встретишь. При этом люди проходят и совершенно не обращают внимания на то, что вокруг них. А вокруг них порой тоже очень много красоты. Выставочный проект «Отражение» успел побывать уже в нескольких городах России и в конце месяца снова отправится в путешествие по выставочным пространствам. Так что спешите познакомиться с экспозицией, которая будет работать в историко-культурном центре до 24 февраля. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.